знаете, когда говорят, уже после выступления приходит осознание. Вот у вас уже будет какой раз выступаете на «Владящем Кивине», есть осознание того, что тут прям зайдет, что надо людям здесь? Как попрет? Нет, мы вообще как бы вот перед выступлением прям все придумываем. За день? Нет, за час. За час? За час и выходим. Автор G500 я забыл. Да. Ну и импровизируем. Создатели таких хитов как «Моя невеста, ты моя невеста» по результатам теста. До чего дошел прогресс, только не в поле чудес. А также натуральный блондин Басков в бане подтвердил. Любительское общество забытых артистов, сокращенно ЛАЗА. Союз, смотрим! Светлогорск это где? Светлогорск, Артём, это под Калининградом. Это как под Калининградом? Так, Витя, вы в своем уме? Друзья, это вообще-то юбилейный год для КВН. И будет стыдно в юбилейном году не получить какого-нибудь Кивина. Эх, что ж вы люди русские. И не русские? За какие-то Кивины лбы свои кровь разбить готовы. Так, Александр, вы зачем на сцену березу вытащили? Так, Александр, ну хватит. Друзья, нас считают музыкальной командой. Поэтому на этом фестивале мы прежде всего должны удивить своим вокалом. Да погодите вы, что там от нас ждут? Александр, хватит. Вы можете просто спеть серьезную, хорошую песню? Легко. Витя, объявите. Поем «Мандалой». Витя, мы в Европе. Будьте как-то потолерантней. Понял? Выходи за меня. Витя! Айдар, прошу. Кот на гадил ботинок. Кот на гадил ботинок. Я отвез к врачу скотину. Ла-ла-ла-ла-ла. Айдар. Вам не кажется, что такие песни может петь только полный идиот? Намек понял? Музыку! Сидеть с Викой мы на поминках, и женщина напротив нас встала и пустилась в пляж. Женщина не танцует, женщина здесь не танцует, хватит улыбаться, пришли же попрощаться. Тебе легко говорить, ты не рожал. Так, друзья, я смотрю, вы сегодня опять не подготовили вообще ничего взрослого. В смысле ничего взрослого? У меня есть песня про русско-турецкие отношения. Маэстро? Что ж ты, Брайан, стал назад? Хорошо. Друзья, в зале сидят, в отличие от вас, умные, интеллигентные, образованные люди. Берите пример со Светлакова. Я не пью. Я пью. Так, Александр, зачем вам алкоголь на сцене? В смысле вам? Тут на одного. Так, Александр! Друзья, вы что, вообще сегодня не репетировали? Лёля, спойте вы нам что-нибудь. Я не буду. Слышь, нашел-то, ты что, вообще берега попутала? Так, Витя, вы что себе позволяете? Репетирую? Я вообще завтра в шок иду. Так, Витя, Лёля, прошу. Смешно? Люля! Лёлечка, не слушайте его. Прекрасное исполнение. Слушайте, а давайте я принесу вам завтрак в душ. Может, в постель? Я уже думал, не предложу. Так, Айдар! Успокойтесь. Друзья, вы позорите союз.
Да пошли вы со своим союзом. Вот это я понимаю, ушел по-английски. Витя. Друзья, вы сейчас знаете, кто сидит в жюри? Третьяк, Дюшев, Светлаков. Да че вы прикопались к этому Светлакову? Че он вам сделал? Ну не снялся он ни в одном нормальном фильме, но человек-то хороший же, вы не об этом. Так вы что, забыли, ради чего мы сюда приехали? Конечно нет. Ну так объявляйте. Как объявить секс? Айдар. Лёля, объявите вы. Представьте, что в группе Иванушки вместо Рыженького поет Рамзан Кадыров. Снегири герои покрыти. Друзья, с такими номерами нам не победить. А русские умеют проигрывать в Европе. Всем шампанского! Александр! Друзья, что за цирк вы устраиваете? Мы 2 года назад закончили играть в КВН. Этот фестиваль, возможно, для нас последний. А вы несете со сцены какой-то бред. Скажите мне честно, как вы считаете, вы сегодня получите Кирилл? Может да, может нет. Может нет, может да. А мы думаем нет. Нет, наверное да. Давайте чем-то всегда было только лишь да. Было на золотом, было на золотом. И один даже раз было да и от вас. Это наш щедрый раз. Александр Васильевич, скажите, как думаете, в 5-й раз будет так? Или все-таки нет? Юбилейная да. Почему бы нет? Дорогие друзья, мы 4 раза приезжали на фестиваль и 4 раза подряд получали разных Кевинов. Мы не знаем, совпадение это или нет, но, похоже, кто-то хочет, чтобы мы собрали коллекцию. Вновь фестиваль, снова в июле Светлогор, снова звучат в унисон сердца. Сейчас, секунду. Три за да, три за нет. Три за нет, три за да. Я, пожалуй, за да. Или нет, я за нет. Все?
Я тупой.